минуточку. Я заместитель начальника отдела охраны общественного порядка. Фамилия моя Афанасьев, зовут Валерий Алексеевич. Уважаемые граждане, в ваших действиях сейчас усматриваются признаки административного правонарушения. Проверьте, пожалуйста, Можно я договорю сначала? Проверьте, пожалуйста. Вы занимаетесь самоуправством, блокировали движение, нет, что влечет к нарушению общественного порядка. Уважаемые граждане, я вас официально сейчас предупреждаю. И предупреждаю о том, что если вы сейчас не освободите проезжую часть, вы будете задержаны, доставлены в органы внутренних дел и привлечены к административной ответственности. Также по статье 19.3 за неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Значит, так, я вас еще раз прошу, будьте добры, освободите проезжую часть. Значит, заявляем, проверьте. Во-первых, нету на выезде со стройки. Вы имеете право обратиться по данному вопросу в территориальный отдел полиции. Пожалуйста, в автомобиль. Да, мы выполняем, как прокуратура нам сказала. Эти самые. Подождите, вы что, я не могу так сказать. Отдайте мне, пожалуйста. Дайте мне мои. Я уже все сказал. Пресс-служба ГУМВД на все вопросы вам ответит. Спасибо. Сообщите все. Какой 76-й?